Привет, парни! Это снова мы, Ателье Ретроцикл, и я Сергей Беляев. И представляю я вам вятку грузовую, точнее вятку цистерна МГ-150С. Значит, в начале 50-х годов, когда все заводы, выпускающие стрелковое оружие, стали перепрофилироваться на выпуск товаров народного потребления, значит, вот завод в Вятских Полянах начал выпускать, точнее, начал готовиться к выпуску мотороллеров 150 кубовых. Вот. Но времени было мало, а правительство давило, и за прототип Вятки взят был мотороллер Веспа 150 ГС. Ну, в общем-то, фактически это он и есть, только, скажем так, ухудшенная его версия. Первые вятки выходили одиночные, начались они в 57 году, и вообще первые кузовные, проблема была в штамповке вот этих кузовных всяких сложных деталей, вот, и штамповали их на Южмаше, это в Днепропетровске, на Украине. Значит, завод выпускал ракетное оружие, там какую-то точную технику. Ну и начали, вот первые вятки шли, штампованное было на Южмаше. Потом они развились, завод в Вятских Полянах начал выпускать уже сам, стал все это штамповать, печатать. И в 59 году решили они сделать грузовые и расширить, в общем-то, линейку, модельный ряд, как говорится сейчас, этой вятки. Пускалось изобилие этих всяческих разных модификаций грузового мотороллера. Значит, было и мототакси, у которого спереди были два колеса, одно сзади. И была вятка рикша, но она как не рикша называлась, а туристическая вятка, вятка турист МГ-150Т. Значит, она была во всяких курортных городах, там на экскурсии в них два человека. Ну, мы ее уже делали, я вам про нее рассказывал. Вот. И вот мы сейчас сделали вятку цистерну. Значит, у нас, конечно, здесь написано пиво. Вот. Может быть, они и продавали пиво, но в основном это перевозили на ней воду, масло, горючее для сельхозтехники. Движочек у этой вятки, конечно, был маломощный для в общем-то, сколько тут, по-моему, 300 литров, что ли, да, 300 литров бочка, ну, вот, для 300 литров. Ну и, в общем-то, их выпущено было очень мало. Я слышал, их только всего 3 штуки было выпущено. Значит, одна более-менее сохранившаяся такая бочка стоит под Екатеринбургом в музее, Верхняя Пышма. Вот, одна у них там где-то, говорят, в запасниках валяется сгнившая, ну и третья, в общем-то, неизвестна. По всей видимости, это наша вятка будет четвертой. Значит, могу вам сказать, чтобы вы тут сейчас не говорили, что как-то не так что-то выглядит, это полный новодел. То есть все это, скажем, наши домыслы, как она выглядела, потому что картинок всего в интернете 2 или 3 штучки. В общем, мы делали это дело все по картинкам. Вот. Какие-то мне размерщики, по моей просьбе, ребята прислали с музеем, зашли там, поснимали. Но все равно это как такая, в общем-то, все это по образу и подобию, по картинкам делалось. Вот. Заказчик собрался в нее поставить кегу с пивом и, в общем-то, где-то на каких-то фестивалях на своих будет разливать там друзьям пиво. Поэтому мы сзади сделали просто крышку, которая на болтиках будет откручиваться, и туда уже все самое оборудование будет под заказ делаться, чтобы она влезла в эту бочку. Ну и там как-то будет приделан кран, что-то такое. Значит, ну, опять традиционно, мы тут много чего напечатали на 3D принтере, в качестве вот ключик мы напечатали на 3D принтере, всяческие эти резинки. Хрома здесь, к счастью, мало, вот, очень мало, тут рук да ободок, по-моему, и все. Ну, вот, в основном мы тут все цинковали, все гаечки там, крепления, особенно колесные, мы вот оцинкованные. Ну, все остальное обычный крепеж. Значит, наклейку пива «Жигули», ну, это я придумал, просто было бы, наверное, скучно просто прилепить сюда пиво. Вот, причем она отклеивается, и вот, в общем-то, заказчик что захочет, то и может хоть лимонад «Буратино», хоть там что угодно, квас напишет, поэтому очень удобно. Вот. Ну, это, опять же, горловина – это камуфляж, там просто пустота, и ничего там нету.
Думаю, что вот почему она, в общем-то, не снискала такой, мое чисто мнение, большой популярности, конечно, движочек такой 150 кубов, он еле тянул, в общем-то, наверное, двоих человек, а, соответственно, всякие вот эти рикши, грузовички там были, именно самосвальщики были. Вот еще вот, конечно, мечта моя такая, сделать такой самосвальчик, но самосвальчиков, я так понимаю, вообще не сохранилось нигде, поэтому, опять же, его, может быть, придется делать как-то вот из чего-то там, выдумывая, с каких-то фотографий смотреть, как этот кузовок выглядел, брать какой-то подъемный механизм какого-нибудь китайского трицикла и как-то его сюда вкрячивать. Ну, это как бы так, в планах, если захочет заказчик. Заказчик, он всяческие вещи там изобретает. И рикша его, вот, и вот это он захотел. Там у колясочные всякие мотороллеры делали, вот любит он мотороллеры. Ну, примечательно, что еще, что эти оба мотороллера, и вот рикша, и бочка, мы делали, значит, из двух доноров, которых я привез из Москвы, и я их взял в музей индустриальной культуры. Не знаю, рассказывал я вам, не рассказывал про этот музей. Это, скажем, ну не музей, это фактически музей под открытым небом, который заливает дождем, и мне, в общем-то, сердце кровью обливается. Поэтому столько, в общем-то, вещей ценных, старых, раритетных, они просто вот под дождем. В ангарах пробиты крыши. Даже была, по-моему, передача по телевизору. Я видел этого директора там. Ну, вот. И вот он ничего не продает, а вот это, я не знаю, то ли его, то ли кто-то ему там подогнал. В общем, я приехал, вот одну из таких грузовых вяток я забирал у него. Вот, конечно, там были, ну, просто остов был полный дрова. Вот, и мне, в общем-то, мы делали их из трех мотороллеров, и даже еще одну вятку я докупил, чтобы сделать двигатель. Много мы, конечно, здесь вещей сделал токарь по образу и подобию, потому что одна была грузовичок, очень был так комплектный, и все на нем было. На втором фактически всей ходовки не было, и мы все это делали сами, заказывали у токаря. А так-то, в общем, он на великолепном ходу, как и все наши мотороллеры. На нем, конечно, в Крым не поедешь, но перемещаться где-то по Невскому для красоты, в общем-то, можно. Если кому надо такую бочку, то звоните, заказывайте. Все контакты в описании. До скорых всех. Всем бай.